Всем привет! Посмотрите, какие классные саженцы кофе я для вас заказала. Я любитель выпить кофейка, думаю, как и многие. Хотя сейчас врач мой мне уже запрещает это делать. Прихожу на чай, но иногда от кружечки кофе не откажусь. С удовольствием выпью за компанию. В общем, этот кофе очень классный. И посмотрите, в чем его, так скажем, интересность. Что здесь, в горшочке? Не один саженец, а вот много. То есть, где-то я так считала, 7-8 штук. Цена такого кофе 850 рублей вот за этот весь горшочек. То есть, если вы потом, после получения, разделите каждый саженец, что, в принципе, нужно сделать, то у вас получится за один вот такой росточек цена 100-150 рублей. То есть где-то тут побольше сеянцев, где-то поменьше, ну где-то 7 штук в каждом горшочке. В первую очередь, естественно, я буду отправлять саженцы, где побольше наших сеянцев. Это сеянцы. А дальше уже по остаточному принципу. Но в них во всех достойное количество сеянцев. Посмотрите, в каждом горшочке, вот я всякие тут достаю, поднимаю, везде прилично. Вот, то есть один сеянец выходит 100-150 рублей, в зависимости, сколько их здесь и того посадили. Классные, суперские, для любителей кофе. И вопросы, на какой год будет плодоносить этот сеянец? Ответ: в горшечном выращивании приблизительно на третий, четвертый. Мои все кофе, которые я выращивала раньше из семян, зацветали на третий год. Были ягодки-сигналки. На четвертый год уже было достаточно количества ягодок. Поэтому не переживаем. Зацветут, не зацветут. Конечно, все зацветет. Уход обычный, в принципе, танцев с бубном не требует. Единственное, что возле батареи зимой не держать, могут чернеть кончики. Саженцы классные, прекрасные. Взяла вот всего лишь небольшое количество в таких палеточках. Выбирайте. В общем, отдельно фотографировать не буду. Заказик поступает. Выбираю самые такие побольше, чтобы сеянцев. И бронирую за вами. Подписываю горшок вашей фамилии. Посмотрите, какая это шикардосная красота. Прекрасно растет в горшках, в катках, в зимних садах, на балконах, в теплицах. В общем, у кого какие условия есть. Мой шикарный кофе многие видели ранее. Его сейчас уже у меня нет. Но видели, как он выглядел. То есть это такой приличный кустик в горшке с шикарным плодоношением. Поэтому все будет цвести и плодоносить даже из таких вот сеянцев. Это такое предложение недорогое для любителей выращивать с нуля. То есть с небольших растений до взрослого дерева. Плюс вы можете рассадить эти сеянцы пополам вот так. Можете вообще по отдельности каждый. Но даже если пополам разделите вот так, то есть еще один горшочек можно даже кому-то подарить на подарок. Классно, шикарно, выбирайте.